Друзья, всем доброго утра. Вы на канале Сельченко в Америке. У нас сегодня воскресенье. Вчера уже у нас была, прошла свадьба. Фух, и я уже сделала вот так. Слава Богу, все прошло хорошо. Замечательно. Что за ящик здесь, бакс? Я всегда вот так открываю. Это иногда бывает, может быть, курочка. Фух. Иду открывать, как обычно, курочек. Гена там загружает видео свадебное. Ну, когда вы будете это смотреть, то уже посмотрите свадебное. Сколько смогли, друзья, столько и засняли. Потому что вы все сами знаете, если сидит просто приглашенный человек, можно снимать, да? Сидишь себе и все. А когда ты родитель, то уже не то. Не до камеры. Но хотя бы чуть-чуть я там старалась. Я даже не засняла, друзья, еду, которую приготовили соленую, как мы говорим, горячую, да? Одного мальчика попросила, то он мне побежал и вот так заснял немножечко, несколько секунд, просто ряд. Потому что забыла, и все. Ну, это не было у меня на это времени даже пойти туда и все так заснять. Ну, сладкое Гена вам показал, заснял, все хорошо. Привет, Рекс! Гуси мои, гуси уже зовут. Но я их еще не буду. А где моя тележка в том дворе? Я их не буду выпускать пока. А хотя бы и можно. Хотя бы можно. Выходите, мои красавцы. Любимые мои. Скучали без меня. Да, осторожненько. Петя, ты бачишь пушистик. Ух. Им тоже есть свадьба. Там три ведра, друзья. Потому что со столов все собирали. Ничего, мусор. Обычно, друзья, в Америке идет все в мусор. Мои горластые. Хорошоньки мои. Я иду. Солнышко у нас сегодня. Петенька, привет. Так, какая-то доска. Что, Валерка, так я вижу... Нарастает уже понемножку шерсть. Ну, надеемся, что все будет хорошо с ним. Везу целую тележку, друзья. Так что, что смогла, то засняла. И Гена немножко снимала, и все такое. Все было замечательно. Очень люди помогли. Просто нету слов. Все дружно вместе все убрали. Все помыли, все разложили, все развезли. Огромнейшее всем спасибо, друзья. Что еще? Покажу. Вот смотрите, вот почему, друзья, делается шведский стол. Еще есть там большой бакс, такой ящик отходов. Если бы не было шведского стола и еда была на столах, и разносить еду 20 или 50 тарелок шубы, 100 тарелок салата одного другого, то все было бы не 3 ведра и ящик, а было бы 10 ведер. Потому что если на столе уже салатик там потрогали, все, он идет в мусор. А так, человек пошел себе взял, набрал, сколько захотел, и все. Если хочет, еще может пойти взять. Вот так. И не было там, чтобы так, толкушка такая, чтобы там люди с голоду умирали, 2 часа там ждали. Нет, все нормально. Пока одни берут, другие общаются. Ну, у нас так. Кто как желает, так и делает для своих детей, свои свадьбы. А мы хотим так. Иду, мои красавцы, у вас свадьба. У вас свадьба.
А это так, что с тарелок, друзья, оставалось, не съели детки, знаете. Это как обычно, это нормально. Что, мои хорошие, у нас была вчера свадьба. Да, да, вы знали, вы хотели на свадьбу. Сегодня будет у вас, пошли, идемте. То все собирали еду, остатки, которые, косточки, все такое. Все у ведра, и будет праздник сегодня. Оттуда даже кричат. Бегут все, бегут. Кукуруза лежит. Еще водичку надо. Так, это мои санки, потому что я сюда насыпаю им такую еду. И туда, и сюда, кругом. Пришла еще за водой. Потому что не знаю, шланг. Может быть, прикручу. Гусеньки вышли, потому что травы очень хотят. Зелененькой. Ох, друзья, сразу так, другое настроение. Как кажется, ну да, все говорят, не надо ничего переживать. Все, друзья, все переживают. Мне одна женщина говорит, когда мы там готовили... Четверг, пятница на кухне. Она говорит, уже такая, как родители мои таких годов. Говорит, ты еще вообще хорошо держишься. Я говорю, что ну, переживаю очень, то голова, ну, знаете как. Она говорит, я вообще, когда отдавала свою дочку, я месяц не спала. Говорит, ты это просто еще очень-очень хорошо. Фух. Так что все нормально, замечательно прошло. Дети полетели, друзья, отдыхать в Доминикану. Сегодня у нас тоже будут гости. Приедут, так, достаточно. Приедут сваты, и будет еще группа. Приедет к нам, нужно супчика еще мне сварить. И Оля. Сейчас Вова привезет Олю. Света улетела сегодня утром, ранним утром. Тоже ее отвезли в аэропорт, Володя. Спасибо и друзьям, друзья нашим. Помогают шоферы наши. Рекс, ты кого там хочешь утянуть? А? И Петя, и Вова помогали. Потому что они рядышком там живут, возле... И гостиниц возле аэропорта, это в городе. О, Рекс, у тебя там дырка такая, ты можешь достать. Почему для собачек не дают, друзья? Там они не будут это кушать. Там салаты, хлеб такой. Ну, может быть, разве колбаску. Там есть косточки от ребрышек. Сейчас я там выберу и им тоже дам. Так, вода там есть. Вот такая свадьба у моих курочек сегодня. Еще что-то перебирает? Да. Хлеб лежит. Что еще я упустила? Ну что ж, ты все не сможешь сразу. Допустим, нужно было пройти по столам, где сидели люди. Потому я это делаю, и я знаю, что оно стоит какого труда, друзья. Вот так. А, это надкушен. Да, я думала, может быть, это целый. Это Ленин макаронс. Ну, если вот так немножечко надкушен, то да, то это курочка. А если на тарелочке стоит вот такой целый, лежит. Ну, кто-то взял, а не захотел. То такие нужно собирать, не выбрасывать. И у меня есть еда, Валя, которая отвечала за кухню. Большое ей спасибо, главное. Она мне у меня сразу спросила, будут ли у тебя... На второй день люди. Я сказала, да. Она оставила мне большой противень голубцов, мясо, салата мясного, шубы, один поднос. Дальше один противень бифа, мяса того тоже, чтобы было все гостям. А помимо сладкого, то да, я набрала домой сладкого для гостей, чтобы было сегодня. Потому что вы знаете, какая готовка сегодня, когда и что. Разве супчика? И было очень много сладкого. Друзья, жители моего города, моего села,
Я очень вам благодарна еще раз, что вы столько помогли мне выпекать и готовить. Друзья, очень-очень благодарна. Было очень много сладкого, но я рада. Знаете почему? Потому что кто не уходил из свадьбы, я купила такие мисочки с собой забирать, накрываются, знаете, упаковку. И кто хотел, все набирали себе домой сладкое. Чтобы завтра проснуться утром, чайку попить или домой приехать. Свадьба была очень замечательная, очень долго, друзья. Мы, люди, до 9 часов вечера были, представляете? Ой, очень было интересно. Мы довольные. И люди довольные говорили, что понравилось. Гости наши все. Что еще упустила сказать? Тортов было просто вау. Можно 3 свадьбы, друзья, со сладким. Одна есть петрушечку. Со сладким можно было 3 свадьбы отгулять таким. Столько было сладкого. Но я еще дома вам покажу. Сейчас курочкам налью воды, собачкам проверю. Гулять с ними не пойду. Гена пойдет. А я уже пойду туда в дом. Оля сейчас приедет. Она очень-очень... хочет посмотреть тоже курочек, потому что в тот день они были у нас в пятницу, был такой холод, что невозможно было прийти сюда, был очень сильный ветер. А так сегодня вот уже тихо, тихонечко, нету ветра. Рексик, улетела твоя мамуля, уехала твоя мамуля, да, Вандуля? А где Марийка? Где? Рексюта. Павлинчик, иди тоже кушай. Ну, я так вот котлетки навыбираю. Может быть, Ванда с Рексом будут кушать. Ребрышки, мяско тоже есть, колбаска есть. Вот так. Смотрите, возле меня не боятся ничего. Да, и вот такая колбаска тоже, видите. Это выпекали тоже очень вкусные, домашние. Рексик скажет спасибо. И Вандуля, они тоже же хотят на свадьбу. Ну, мы их не могли не взять туда. Нужно было костюм купить. Ну ничего, будет тут. Все было очень вкусно. Очень-очень-очень. И сваты, Оля, очень много тоже привезли оттуда. И от... А, да, пишут, а что не помогают со стороны жениха? Еще как, друзья, вы знаете, сколько со стороны жениха тоже было хозяек, которые приехали и пришли на кухню? Много. Так же, как и наших. И много привезли, так что все замечательно. О, тут и Рекс, и Ванды, смотрите, тоже мясо. Все замечательно. И убирали все вместе. Две стороны тоже. Ну что, куры, как вам свадьба? Куры, курочки. Все, уже наелись травы. Знаете, что мы заметили? Они скучают, друзья. Если мы их на целый день выпускаем, все, еда есть, вода есть, иду. То они скучают. Они привыкли к курочкам. А кто там у нас? Кто? Какая малявка. Муруля, Муруля, смотрите, возле окна. Вот сидит там. На солнышке греется. Все, иду. О, ветер есть. Ух, вода льется. Ну ничего, елку подлила. Хорошо. Только водой поливаем. Ничем, никаких удобрений, никаких витамин, ничего мы им не даем. Просто вода.
Так, друзья, мы все здесь готовимся. Все, я с Олей. Ай, сегодня так по-простому, ничего, никакие ни салфеточки. Пушек отдыхает, никакие там прикрасы, прибамбасы, все по-простому. Что у нас есть? Тут накрыты голубцы тепленькие, салат с капусты сваха делала на свадьбу. Это вся еда оставили для нас сегодня гости, то чтобы было с чем покормить. Здесь супчик я сварила для группы свежий, шуба, мясной салат, и тут голубцы. Еще будет мясо, и вот смотрите, какая красота на кухне не убрана, и какой у меня шеф-повар еще остался. Сегодня она улетает, и она делает новое блюдо. Друзья, она просто сама это все с головы где-то берет, чтобы делать новые всякие суши. Все свое новое. Вот так она. Это рис, затем крем-чиз, затем будет крабовое мясо, огурцы, соус. И это, здесь листья в норе не будет. И это будет в духовке запекаться. И оно будет очень вкусное. Так, приехали гости наши. Приехали наши гости. И мне нужно быстренько все уже накрывать. Итак, друзья, сегодня у нас воскресенье. Мы были в церкви. Прошу. У нас сегодня гости. У нас сегодня в гостях. Уже мы Свету отправили домой. Осталась у нас Оля. Сегодня тоже она уже. Отправим ее. И сваты уехали, да, потому что ну, им тоже дорога там. Итак, насчет, друзья, многие спрашивали, покажите рецепт суши. Вот это... Вот этот мастер, она делала нам на свадьбу суши. Она делает сейчас их, что-то там будет. И кто хочет научиться, она делает зум-уроки там, или по скайпу, или видеоуроки. Ну, в общем, вы просто на Инстаграм, мы поставим ссылочку, обращайтесь к ней, она уже научила кучу людей. Это специфические, вот эти молодые суши специфические, вот эти молодые парни, они приехали специально, чтобы попробовать ее суши. Пока она тут, пока еще она не вознеслась на самолете, то... Да, и у нас в гостях группа «Мелодия», друзья, которая служила нам на свадьбе. Играли, пели, живая музыка, ансамбль. Так что... Они сейчас, друзья, спрашивают, где они, с Украины. Они сейчас, друзья, уже в Америке, полностью доступны для американских жителей. Так что, если что, обращайтесь, кому надо. Вы все видели, вы все слышали, тут много говорить не надо. Я когда-то был на их свадьбе, я уже рассказывал, ну не знаю, вы сказали лет 15, это было не лет 15, я уже в Америке лет 15. Где-то у Ромки. Наташа, сколько лет назад приблизительно? 20. Лет 20 назад. 20. Лет 20 назад. Ровно, потому что Давид маленький был. Да. Давид маленький был. И я был у них на свадьбе. И после этого оно мне все просто осталось так. И я их нашел. Кто ищет, тот найдет. Даже вот так и в Библии же написано. Стучите, ищите. Так что у нас это получилось. И я вот сегодня говорю... Думали, рассуждали, как же им сюда попасть, туда-сюда. А сегодня они уже у меня дома сидят, видите? Так что все возможно, главное желание. Страничку Ольги мне ответили в Инстаграм. Да. Так, всем нужно садиться. Да, Гайси, вы тут дома домашние. Так. Все, друзья, сейчас будем трапезничать. Да, да. Где там типа ты? Типа мне лавить в машине.
Друзья, сейчас хочу показать, потому что вчера, может быть, не было времени, сколько у нас было тортов. Здесь вот просто это уже перевозка и нарезка, все такое, крем сверху. Это Сникерс очень вкусный. Сникерс, Спартак. Этот, не знаю назву, этот сырный. И вот сколько всяких красот. Пахлава была у нас, привозили от свахи. Очень вкусная, кстати. Надины пироженки, вот эти, наполеончики, она говорит. Крем просто замечательный. Корзиночки очень вкусные. Эклерики катрусиные. Эти печенюшки, эти тоже сваха. Надины грибочки, смотрите, тоже красоточки такие маленькие. Это Надя делала... Эти корзиночки и эти грибочки. Это мои грибочки. Это Лена Гречишкина такие. Генина сестра. Вот вафля это из того. От свахи. С той стороны. А здесь у нас Оля готовит. И мы уже спешим. Нам нужно уже выезжать в аэропорт. Я сейчас ее повезу. Оставляю гостей. Гена за них будет здесь отвечать. У меня есть здесь Мирослава. Есть Сусана. Они помогут все это убрать. А поставить сладенькое и чай. Это остается. И вот смотрите, какая красота здесь. Мы уже приготовили. Это ракушки я делала. Это покупное. Это грибочки. Так. Такая красота. Трубочки очень вкусные. Лиля, спасибо. Это Лиля пекла. Она услышит и узнает. Так. Все ждут. Все ждут Олина блюда. Мы сейчас уже будем уезжать. Тюльпанчики. Наташа попросила, чтобы я сняла. Называется суши бейк. Добре готовити. Последний момент. Не треба крутити роли, а воно завжди гаряче. І можна наперед приготувати. Так. Такий кесерол виходить. Я думаю, пропеклось, Оля. Да, мы уже спешим, сейчас будем выезжать. Смотрите, это уже красиво. Сейчас я попробую. Это такой вид суши. Так, это брать его просто в тарелочку, да? Да. Накладывайте все. Красота. Это девочкам подарочки такие я маленькие передала Олиным. Светы еще нужно переслать. Друзья, мы так идем, смеемся. Знаете почему? Посмотрите на Олины шлепы. Света, Света, ты уже дома. Посмотри, пожалуйста, на Олины тапочки. Это она у меня в доме была в тапочках. И мы так спешили, что она кроссовки ставила у меня, а едет в комнатных тапках. Потому что уже мы спешим, и мы не можем уже как бы... возвращаться домой, забирать кроссовки, потому что ехать 35 минут. Как же мы смеялись, когда Оля не заметила даже, это я заметила, когда вышли с машины. Ну ничего, что же, американцы так летают, это ничего страшного. Все, друзья, улетела наша Оля. Она рассмешила, подняла настроение очень просто, не могу. Ну, представьте, сегодня ее будет... Она сначала летит в Чикаго, а с Чикаго там несколько часов ей. И будет встречать мужа, Оля идет в комнатных тапочках, таких красивых, белых. Еще бы их бы, если бы какие-то там коричневые, черные, знаете. А то ж белые с кожушками, такими с мехами. Ну ничего. Главное, чтобы все. Вот там самолет. Сейчас уже 5:20 у нее вылет. А сейчас уже 5. Так что все. А я еду в Костко. В Костко еду, друзья, только на заправку. Потому что нужно заправить машину и поеду домой, потому что гости дома. Все, Оленька, счастливой дороги тебе. Счастливого пути, мягкого, легкого полета. Ой, большое спасибо, что прилетели. Просто, друзья, я с ними познакомилась через сельчанку. Вот они смотрят сельчанку. И мы так познакомились с ними по интернету. И просто такие родные стали, прилетели ко мне.
помочь. Вы представляете, помочь, друзья. Суши улетели первым делом, первым ходом. Сразу их все... Так, какая-то папка мне мешает. Всех сразу съели, потому что были очень вкусные. И я очень рада, все было очень-очень хорошо, друзья. Ух, были и слезы на свадьбе, но слезы, слезы радости. Я вам скажу, оно сразу чувствуется, когда ты стоишь на похоронах, не дай бог никому, и ты плачешь, то от таких слез становится прям плохо. Сердце сжимается, душа болит, душа кричит. А такие слезы, как вчера, просто от этих слез оно становится как-то так легко, приятно. Знаете, это слезы радости, слезы, ну, не похоронные, а прекрасные. Я это вчера заметила. Тебе душа не болит, просто так, так хорошо. Фух, все. Спасибо, мои друзья хорошие, спасибо огромное. Еще, я надеюсь, конечно же, встретимся и не один раз, потому что мы уже знакомые. Олю я видела, вижу сегодня, ну, уже вижу Олю второй раз. А Свету, то нет, только первый раз. Первый раз вживую. И вот сразу у нас возле аэропорта этот Костка. Там я вижу туйки, тогда мы перед свадьбой заходили, продавались туи. Не мешало бы купить. Там возле соседа посадить, и было бы такая хорошая, такой хороший заборчик со временем, знаете. О, уже у нас одно деревце зацвело. О, красота. Сначала едем на заправочку, а потом... Уже, друзья, кто-то заметил уже меня, потому что Оля говорит, ты уже как бы веселее, даже разговариваешь по-другому, потому что все те дни я очень переживала, они были все время со мной, и они замечали, и Света говорила, и Оля. Нет, ну это не та сельчанка, которую мы смотрели, говорят, ты очень переживаешь. Ну, все пройдет, да. Все, слава Богу. Хорошо и прекрасно. Иду на заправку. 3,22 у нас бензин за галлон. Что, курочки такое? Что, друзья, уже у нас вечер. Ну так, 7:30, наверное. Мы показываем свою фазенду нашим гостям. Пошли посмотреть беседку. Группа, которая была у нас на свадьбе. А молодежь поехала с нашими. С нашей молодежью. Их дети с нашими детьми и друзьями нашими тут. Те, которые были сегодня у нас, поехали показать им. На мороженое свозить. Достопримечательности посмотреть. А мы дома, я завезла Олю. И курочкам даю еду и воду. Тележечка моя, везу вот этот ящик полный еды из свадьбы. Красивый денек, но такой немножко ветерок солнечный, но ветерок есть. Уже, друзья, у нас сегодня понедельник. Фух, Гена еще в дороге. Повез гостей в аэропорт. Я вчера отвозила Олю, то у нее был с нашего города группа, то они 2 часа 2,5 от нас, с другого города вылет. То уже он все там им сделал, билеты сканировал, все, и уже едет домой. И смотрите, какой я была сегодня на работе уже. Было солнышко днем, и там в городе как-то теплей. А приезжаешь сюда к нам, такой ветер. Не знаю, может быть, будет дождь. Я иду уже посмотрю курочек. Воды нужно налить, потому что очень пьют.
Смотрите, на гусе это я включила шланг. Они любят шум воды. Вот. Прям из струи пьет, как с водопада. Так что свадьба уже у нас прошла. Можно уже сделать глубокий выдох. Уже все позади. Сделали все замечательно. Только почему-то... Да, павлин кричит. Почему-то очень сильно болит голова. Я думаю, это от переживаний и всего такого. Все оно пройдет. А, хочу ж показать. Что же я хочу показать? Во дворе сегодня был мой отец, приезжал. Гусеньки мои, красотули мои. Давайте я... Я вот так бросаю сюда шланг, и когда бассейн полный, то уже начинает, ну, вода вытекает грязная, и она так меняется. Немножко становится чище. Вот так, пока я здесь буду ходить, пока я буду наливать, то оно... Пошли гусаньки во двор, пошли, потому что кто-то эти шланги уже сюда принес. Они скучают. Идете? О, нет. Там у них свое озеро. Озеро появилось. Добрый день, мои красавицы, мои красотули. Я за всей этой суетой вас и не замечала. Соскучились, да? Это ведра эти, потому что здесь стояла, как вы видели, собачья будка пластиковая. И там я ставила, вот, прятала ведра. Он ее перетянул. И вот эту будку тоже нужно перетянуть, но она очень тяжелая. И не знаем, что делать. Она уже такая старенькая. Все там дырки, все забивали уже по-новому, потому что как-то так ломается. И отец говорит, мой, может быть, ее лучше все-таки разломать и все развалить. Но я не знаю, как-то мне жаль. Гена ее строил, красил. Ну, не знаю, посмотрим. Водички у вас нет. Водички. Сейчас нальем. Привет, Рекс. Привет, Рексютка. Мы утром с тобой виделись. Подождите, курочки я вам... Что-то нужно глубокое, потому что не хватает воды им. Побольше нужно посуду найти. Я налила им утром. А, здесь еще немножко есть. Вот было. Утром налила третьих таких бляшки своих. Кто знает, что такое бляшки? Вот, это бляшки. Противни, а мы говорили бляшки. Так, и вы готовы, друзья? Та-ра-ран! Посмотрите вот сюда. Какой тут порядок у нас уже. Да? Какая красота. И вот эту зеленую будку. Гусеньки, хотите сюда? Или тут уже пошли туда, вот-вот-вот там за забором. Эту зеленую будку сюда хотим переставить. Но она такая, знаете... Я не знаю, как его не затянут, получится, не получится. Там нету никаких ни колесиков, ничего. Тяжеленная. Все, отец здесь убрал. Доски, которые ненужные, всякие туда на костер нужно сжечь. Гусеньки, идем сюда. Пуленьки, они уже хотят сюда. Пошли, мои хорошие. Мои красотули. Пошли, пошли. Гусеньки, давай, давай, давай. Идем, мы идем, мы идем. Они скучают за курми. Да, 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 да. Мы там были сами, без вас. Споткнулся, видели? Маленькая ямочка. Так.
моя красота! Пушистик маленький. Вот эти будочки, это будут... Я не собираюсь цеплять, но всякие, может быть. Ну, попаду нечаянно в магазин, ну, вы знаете, нечаянно. А там будут какие-то такие цыплята, которые я очень хочу. То, ну, я не говорю, что не будет, но может быть всякое. Ну, зайду и не удержусь, и все. И вот здесь, это Вандина когда-то был, домик Ванды. Я думаю, пускай будет открытый. Но если дверки захлопнутся и курица зайдет и не сможет открыть, и там умрет, пускай будут закрыты, то эти будочки будут, если что, у меня для цыплят, пока маленькие. Или будут летом нестись куры тоже. Разрешаю, девчата, вам. Сейчас у них просто свадьба уже второй день. Второй день свадьбы у наших кур. Там еще в гараже есть. Тут-то тоже можно доску. Это тоже сарайчик такой старый рассыпается. Когда мы купили дом, то он был. А тут мы живем уже 7 лет. Что, гусеньки, у вас перестановка? Перестановка, да? Вы не видели, как все рассказывают они. Ой, как говорят, уже туда идут. Будет нестись уже там. Это две гуски, Гена говорит. Может быть. Все, покупают дом, это они осматривают и покупают. Наверное, этот. Цесаренька вышла. Что, понравился домик? Берете, да? Хорошо, он ваш. Продан. Такие уже чистые, белые, потому что уже купаются там в бассейне. Что, Рексик, с тобой не гуляли, да, эти два дня? Ну, вчера утром было, наверное. Или нет, нет. Не помню даже. Ну, сегодня приедет наш папа и погуляет с вами. Да, павлин там на улице, а павлинка во дворе. Может быть, она яйцо несет или что? Что-то не идет туда. Так, куда же эти ведра мне собирать, ставить? Где-то нужно место придумать. Может быть, сюда. Вот там. Да. Все, друзья, всем спасибо за просмотры. И всем пока-пока. Будем отдыхать. О, госпожа вышла, госпожа наша красотуля. Вандочка, как дела? За Марикой скучаешь? Да? Ой, уехала, тебя оставила. И Рекса оставила. Рекс так скучает, что просто спит и все, ничего не замечает. Все, пошла. Видела, ничего нет. И ушла. Я вам скажу, у них вот там еда есть, да? Праздник, ресторан. Но они все равно хотят зерна. Я уже хотела выходить, а они бегут за мной сюда к дверям. И я поняла, что они хотят кукурузы. Видите, как едят? А вы почему? Ай, мои подруженьки. Две сестрички такие красивые. Только что зашли сюда, уже хотят обратно. Все нужно. Берем. Ну, пошли, идите купаться, давайте. Пошли.
Давай, дама, за. О! Я хотела, чтобы ся зашла. Кто тут? Уже эти хотят выходить. Вам места здесь достаточно. Будьте тут. Гена уже приехал, смотрите. Смотрите, как они его ждали. Сейчас пойдет с ними на прогулку, потому что... Сразу в двери. Туда давай, открывай и все. А я собираю тут хлеб. Друзья, остался такие кусочки сухие, знаете. Ну, как бы выбрасывала еду со свадьбы так. Они съели, а хлеб засох. Они его поразгребали, и вот здесь валяется. И я его собираю в ведро. Сейчас налью воды, оно раскиснет, и они его съедят. И вот еще одно ведро Гена принес. Я говорю, уже не высыпай, завтра утром высыплем им. Потому что здесь там есть еще. Так. Вот это госпожа, это мараны. Мараныха. Это мараны, друзья. Это с прошлого года молоденькая курочка. Я пришла сюда в сарай. Здесь у меня все такое. Мое немножко барахло. Как Гена называет. И здесь сапки мои, все такое. Всякие моторы. Тут стоит на помидоры, на огурцы. И закрываются двери. И вот там есть дырка. Видите, вот в дверях. Мы ее не закрываем, потому что котики, когда идут на ночь на улицу, то если дождь, ветер, они иногда... Не иногда, а всегда сюда приходят и спят. Потому что не раз я здесь вот Валерку заставала. И смотрите, сюда той дыркой залазят куры. И вуаля. Смотрите. Вот. Вот клад нашла. Клад нашла и сразу она их ест. Да. Представляете? Вот. Госпожа моя. Такие красивые, коричневые, прям как... Крашеные. Что, барышня, это ты сразу несешь яйца и кушаешь их, да? Такая красивая, такое делаешь. Такие красивые, друзья, сейчас покажу. Смотрите, вот какой красивый цвет. Коричневый, вот. Ой, какие красотки. Да, очень коричневые. Твои? То ты же не кушай их там. Ну, я не уверена. Они так как бы на доске. Может быть, когда она садится, может быть, и раздавила. Ну, не будем же обвинять, не. Если поймали на горячем, то так, а так нет. Красивое яйцо такое. Я эти яйца отдам Рексу и Ванде, потому что я не знаю, сколько они здесь лежат. А уже я буду знать. Дырку все равно эту не будем закрывать. Я просто буду знать, когда буду собирать яйца, буду каждый день сюда заходить в сарай к этой дамочке, потому что она уже будет всегда перелетать сюда и идти. И уже мне нужно, друзья, сопать цибульку. Уже нужно сопать цибулечку. Это так с вами прощалась и никак не могу. Никак не могу распрощаться. Все, работа. Ой, работа. Огород еще не сажали, ничего не сажали. Вот сейчас Рекс с Вандой придет, будет им такой ужин хорошенький. Хочу здесь немножко загребти и цибульку посыпать. Там уже кущевка у меня, семейка кущевка, такая, что уже можно кушать. И вот здесь уже вижу, щавлик есть. Ну, уже весна такая, но вода сегодня еще замерзла.
укур. Мараниха? Госпожа Мараниха или Марановна, как вас называть? Да, гуси уже услышали. Марановые. А почему здесь этот трейлер, друзья, стоит? Ну, там гены на барахло. Ну, вы поняли, да? Кто давно тут знает. А, что-нибудь и мои вещи, не барахло, а мои там вещи, может быть, какие-то там кормушки для цыплят или поилки для маленьких, знаете. А куда его? Здрасте! Давно не виделись, да? Вот, наверное, там яйцо у нее, видите? Вот будет нестись, мне кажется, да? Снизу на животе. Да-да-да, такая улька. Да, красавица моя. То куда его перетягивать? Я уже привыкла. Здесь у меня такой коридор, когда я иду. Так бы... Затышок здесь такой, а когда убрать этот трейлер, сразу будет ветер бить, ну, сюда как бы. Не знаю, мне нравится, пускай стоит, не хочу его никуда перетягивать. Да, Хусенька, ты пришла мне помогать? Ой, причесаться нужно.